Более 70 нарушений режима прекращения огня со стороны террористов за сутки зафиксировали в Сирии специалисты Российского центра по примирению враждующих сторон. Наиболее тяжелая обстановка в провинциях Дамаск и Алеппо. Боевики бьют по жилым кварталам и всеми способами пытаются сорвать доставку гуманитарной помощи. Несмотря на это, ее подвоз продолжается. Все самое необходимое – продукты, медикаменты, одежда. С очередной партией наши военные доставили в Алеппо и канцелярские наборы для школьников. Их раздали в школе, куда ходят дети из наиболее бедных семей.